Доброе утро, друзья! 6 июля 2019 года. Поехали! В мире в этот день празднуют Всемирный день поцелуя. Каждую первую субботу июля отмечается Международный день кооперативов, Международный день Днепра, День Нур-Султана, столицы Казахстана, Национальный праздник День государственности в Литве, Аграфена-купальница в народном календаре. Купальницей Аграфену прозвали за то, что вечером ее дня начинаются купания. Наступает знаменитая ночь на Ивана Купалу. Знаменательное событие. 1785 год. Конгресс США постановил назвать американскую валюту долларом. В 1885 вакцина против бешенства была впервые испытана на человеке. В 1945 году в США начата кампания «Скрепка» по поиску и переправке в Америку немецких ученых, в первую очередь ядерщиков. 1957. На празднике в пригороде Ливерпуля состоялась судьбоносная встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. 1973 год. Английская группа Queen выпустила свой первый сингл «Keep Yourself Alive». В 1994 на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп» режиссера Роберта Земекиса. Родились в этот день. 1796 год. Николай I, российский император с 1825 по 1855 год. В 1887 родился Марк Шагал, русский и французский художник. В 1935 году Тензин Гьяцо, 14-й Далай-Лама, духовный лидер буддистов, лауреат Нобелевской премии мира. 1940 родился Нур-Султан Назарбаев, первый президент Казахстана. 1946 год. Джордж Буш-младший, 43-й президент США, сын 41-го президента США Джорджа Буша. И Сильвестр Сталлоне, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. В 1965 родился Юрий Грымов, российский режиссер театра и кино, сценарист, продюсер. 1975. 50 Cent. Настоящее имя Кёртис Джексон. Американский рэп-исполнитель, актер, писатель, продюсер. Этот день по лунному календарю. До 8 часов 19 минут по московскому времени возможны искушения. Может быть, вам даже будет предложен выбор между добром и злом. И делая выбор, вас потянет на негатив. Во второй половине дня возрастает вероятность возникновения конфликтной ситуации. Падает настроение. В любом случае, сохраняйте спокойствие, избегайте ссор, игнорируйте провокации. После 8 часов 19 минут активный день. Один из судьбоносных дней лунного месяца. Он хорош для осуществления всех ваших планов в том случае, если вы решительно настроены на успех. Этот лунный день подходит для кардинальных изменений во многих сферах, но не за счет поиска новых возможностей, а за счет улучшения и укрепления уже имеющихся. Новое хорошо в том случае, если вы хорошо продумали все аспекты нововведения и твердо уверены в том, что именно они принесут вам благополучие. Вот такой он 6 июля 2019 года. Благодарим, что досмотрели ролик до конца. Начинайте свой день с нами. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Удачного дня!